В День Победы мурманчане присоединятся к традиционной акции «Бессмертный полк». Задача проекта – отдать дань памяти бойцам, защищавшим родину, сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны. Горожане выйдут на шествие с фотографиями родных, солдатов армии или флота, партизанов, бойцов сопротивления и тружеников тыла. По опыту прошлых лет в Мурманске в «Бессмертном полку» принимают участие более 2000 человек. Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо прийти к зданию администрации на проспекте Ленина 9 мая в 9 часов утра. Для участия в колонне «Бессмертного полка» никаких ограничений нет. Мы всем рады. Достаточно прийти, просьба, в 9:15-9:45 на место построения колонны, принести с собой изготовленный самостоятельно штендер любого формата. Это может быть портрет, это может быть там рисунок, это может быть фамилия, имя, отчество, если нет фотографии, и стать колонной «Бессмертного полка». И еще одна очень важная информация. Мы централизованно изготовили штендеры, и для того, чтобы получить эти штендеры, надо обратиться в 8:00 9 мая в дом пионеров Бредова.